Прямо сейчас Роман Цветан появляется в нашем эфире, военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины в отставке. Роман, здравствуйте, рады вас видеть, как обычно. Приветствую, желаю всем здоровья. Давайте обсудим ситуацию на фронте. Вроде как на Покровском направлении наши силы обороны удерживают сейчас оккупантов от прохождения напрямую Покровском, но тем не менее на флангах есть проблемы. Как вы видите обстановку, где опаснее всего? Пожалуйста, ваша аналитика. На Покровске действительно, после того, как подставили плечо нацгвардия, нацполиция, то есть внутренние силовики, остановили россиян. 5-6-7 километров в зависимости от направлений россияне остановлены на рубежах обороны. И до Покровска они на данный момент в той конфигурации, которая сейчас есть, они не дойдут. Ну, уже там это видно. Эта ситуация. А вот они пытаются обойти с юга, почему и брошены были силы на максимальные резервы, силы, средства в сторону Селидова, для того, чтобы потом из-под Селидова с юга начать двигаться на Покровск, а может даже заходить с юго-запада через шахту Красноармейскую Запад. То есть сначала туда, попытаться перерезать трассу с Павлограда, которая идет на Покровск, взять такое полуокружение Покровский наш гарнизон. Ну, это такие оперативные задачи, которые россияне сейчас с помощью мелких тактических ходов пытаться будут делать даже с максимальным российским участием всех сил и средств, которые у них есть. Это займет не один месяц, так это точно. Они сейчас пытаются с их точки зрения более удобную цель достичь. Это выдавить наш гарнизон из Курахова разными средствами, то есть из севера пытаются наступать, пытаются подойти к Кураховскому водохранилищу. С востока, со стороны Маринки, давят со стороны Георгиевки. Ну и с юга, особенно последнее время, там такая гребенка уже образовалась. Три направления, которые россияне используют, начиная от Ясной Поляны в сторону Разлива и Константинополя, а это трасса с Запорожья на Донецк, которая идет через Константинополь на тоже Курахово, ну и с юга со стороны из-под Угледара, то есть еще есть пара направлений. Вот таким способом будут давить на само Курахово. Покровск, на данный момент пока по Покровску больших проблем не предвидится, имеется в виду разворачивание. А вот в основном все проблемы, которые будут, это будет Кураховское направление. Причем основная сейчас проблема это для нас это остановить движение российских войск к основной трассе Запорожья на Донецк. Хорошо, Роман, давайте поговорим вот еще о чем. Вот эти уничтожения украинскими дронами кораблей в Дагестане, Каспийское море. Вот сейчас несколько примеров приведу, а наши коллеги, я думаю, могут показать на экране вообще, что это произошло. Я напомню, что по информации, которую пишут местные СМИ, два корабля, которые предварительно один называется «Татарстан», а второй «Дагестан», вот были или частично повреждены, или же повреждены, не знаю, более сокрушительно, как раз в городе Каспийск. Все это произошло в результате ударов украинскими беспилотниками от Главного управления разведки. Сообщается, что расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения порядка 1500 километров. И значит, там в этом пункте базируется ракетный корабль проекта 21-631 «Буян-М». И он оснащен комплексом «Гибко», автоматической установкой «Дуэт» и другими комплексами ПВО. Но вот они не справились. Роман, пожалуйста, прокомментируйте, все-таки вы к авиации имеете прямое отношение, почему не справились и вот, собственно, каким образом мы можем дальше использовать вот эти лазейки в российском ПВО для того, чтобы улучшить свои позиции в этой войне? Главное управление разведки и служба безопасности Украины взвалило на свои плечи тяжелую ношу. Так как в свое время наше ПВО под руководством ПВОшника не справлялось с авиационными задачами как таковыми. И тот ГУР сейчас показала, как в принципе можно было бы работать военно-воздушным силам на дальнее расстояние. Это задача ВВС, это не задача ГУР. Но тем не менее, из-за того, что не работали наши ПВОшники, ГУР это выполнил. Это самолет, то есть это самолет А-22.
Их произведено больше 1000 штук уже за 20 лет. Большое количество таких самолетов, десятки, а то и сотни тысяч такого рода самолетов находятся в мире уже на таких отстойниках. То есть они летать уже не будут по своим тактико-техническим данным, по недопущению их к полетам. Их надо выкупать, они стоят, ну, относительно очень дешевую цену. Там за 5, за 10, за 15 тысяч долларов можно такого рода самолеты закупать в мире, создавать из них беспилотники, начинять их взрывчаткой для выполнения масштабных задач, то есть для выполнения, ну, атак по сотне летательных аппаратов. Но это ГУР не потянет. Со всем к ним уважением, это не задача разведки в этом смысле, масштабирования таких ударов. Это задача военно-воздушных сил, то есть надо создавать целую бригаду, допустим, дальних стратегических беспилотников, ударных беспилотников «Камикадзе», чтобы занимались летчики, непосредственно инженерно-технический состав, потому что это самолет, который должен пролететь 1500 километров, допустим, а он может и 2000 пролететь, и больше, в зависимости от того топлива, которое он может с собой взять. Там есть определенная корректировка по дальности и весу топлива, и весу взрывчатки. То есть а он висеть в воздухе, ну, допустим, со скоростью 150 км в час, 1500 километров, он 10 часов летит. И вот эти 10 часов его надо держать в воздухе прямым управлением. В основном прямое управление – это оптимальный вариант. Или, допустим, по определенному маршруту и с определенными высотами. А это тоже довольно-таки проблематично. То есть это целый комплекс мероприятий, которые должны выполнять военно-воздушные силы. Пока мы не увидим такое прямое управление, не увидим одномоментно до сотни дронов, вот как россияне, кстати, сейчас с точки зрения грамотности правильно делают, они около сотни шахедов запускают. Так вот, это вскрывает систему обороны. Ну, они пытаются вскрыть количеством, это называется коэффициент пресечения, превысить. Так вот, нам надо делать то же самое. А так как у нас плотность ПВО больше, чем у россиян, у нас меньше территория. За счет того, что территория меньше, плотность больше, мы большую часть сбиваем. Россияне это даже в принципе сделать не могут. Они не могут организовать такую плотность ПВО, как она у нас есть. Значит, дырки будут однозначно. То есть это даже Советский Союз в свое время не смог сделать. Они пытались только Москву прикрыть. И то с определенного азимута, юг, юго-запад, запад. Три линии обороны. Одна, кстати, третья линия обороны Москвы находилась в районе Конотопа. Это северо-восток Украины. Даже на такой дальности. Потому у россиян, сколько бы у них не было зенитно-ракетных комплексов, они плотность не достигнут, а значит, у нас есть возможность уничтожать российские военные объекты на практически всей территории России, вплоть до 7000 километров, по большому счету, для ракеты крылатой. Вот уровень российской той же Х-101, 5500 километров крылатая ракета. А что такое крылатая ракета такого уровня? До звуковой самолетик. А уже механизмы его управления, снабжения и подрыва – это уже дело техники, которую могут сделать наши специалисты. Роман, ну и глупо было бы, конечно, думать, что россияне не попытаются продолжить энергетический террор. Напомним, что вот одна из самых массовых атак за последнее время произошла 26 августа, и видим, что россияне опять активно обстреливают объекты инфраструктуры. Вот различные эксперты пишут, что одной из больших угроз является ракета «Оникс», которую россияне производят очень долго. Вот примерно одну ракету там или две в неделю, то есть вот они за это время могли опять накопить примерно 50, например, единиц за этот период, которых не использовали. А как вы видите, в чем сейчас основная опасность? Рассматриваются ли какие-то планы, исходя вот из тактики последних обстрелов россиян? Ну и, собственно, какие есть у нас силы противодействия? Ну, «Оникс» — это вообще-то ракеты берегового ракетного комплекса. Сама ракета, она предназначена для уничтожение кораблей, то есть это все связано с определенными морскими задачами. Ну, они могут, конечно, работать и по земле, хотя довольно-таки неточно. То есть у нее сама система прицеливания, наведения, она направлена как раз на отслеживание кораблей. Береговой ракетный комплекс «Бастион» работает «Ониксами», несколько кораблей.
на российских тоже могут ими работать, но в основном это как раз «Бастион». Дальность применения, ну, 300 километров уверенной дальности. Это, опять же, не дает возможности россиянам «Ониксами» работать по тылу, по глубокому тылу страны. Для нас сейчас опаснее всего баллистика российская. Там не только для нас. Баллистическая ракета, если она правильно, грамотно отстроенная, идущая по квазибаллистической траектории, очень сложная цель для любого зенитно-ракетного комплекса. Отсекаются сразу применение авиации. То есть по баллистической ракете самолеты отработать просто не могут из-за своих тактико-технических данных. Значит, работать можно по баллистике только зенитно-ракетным комплексом наземного или морского базирования противобаллистическим уровнем, допустим, того же СМТ или Патриота. Это у нас имеется в виду, который у нас сейчас есть. Потому сложность именно противобаллистической защиты для нас сейчас важна. То есть ее надо усиливать. И вот если на что обращать внимание, не на крылатые ракеты, даже не на шахеды, и тем более не на ониксы, а именно на баллистику. Это на «Искандеры», на С-300, С-400 и те же кинжалы. То есть противодействовать, пытаться запрашивать у наших партнеров, может вплоть до того, что производить расходники, те же ракеты у себя, как это Испания делает, против баллистических ракет. И самим надо сейчас запускать, сосредоточиться, финансы сосредоточить на производстве баллистических ракет. А крылатые ракеты уже, если так честно сказать, они себя изживают. Почему? Потому что зенитно-ракетные комплексы в достаточном количестве, авиация в достаточном количестве против крылатых ракет хорошо работает вплоть до уничтожения 95%. Мы очень хорошо уничтожаем российские Х-101, Х-555, калибры. Почему? Это низкоскоростная, если считать там в махах, допустим, это дозвуковая ракета, до одного маха идет. Низкоскоростная в этом смысле, хорошо заметная, мало маневрирующая цель, по которым практически может работать любой зенитно-ракетный комплекс, начиная от ПЗРК, у нас даже некоторые огневые группы с пулеметов сшибали эти ракеты. То есть вы понимаете, что именно сама концепция крылатой ракеты дозвуковой, она себя уже изжила. Потому нам надо сосредотачиваться на баллистических ракетах, на производстве. Это касается там нашего «Грома», допустим, с увеличением определенной дальности. Ну и запрашивать у наших партнеров противобаллистические комплексы. То есть пытаться прикрыться от баллистики России. Хорошо. Роман, давайте перейдем к теме предложений из Штатов. Пока это гипотетические вещи. Wall Street Journal ссылается якобы на некий план Трампа и его окружения. Что он в себя включает? Да? Новоизбранный президент США, который еще в полномочия не вступил, но тем не менее уже понятно, что надо к нему как-то подбираться и что-то обсуждать. Один из основных сценариев предусматривает заморозку боевых действий, по мнению, опять-таки, журналистов, которые ссылаются на инсайт республиканской партии, с фиксацией линии фронта, создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет. Скажите, пожалуйста, Роман, ну давайте вот с основного начнем. Это заморозка линии фронта. Насколько это вообще реально вот в состоянии той линии боевого столкновения, как мы видим ее сейчас? Вообще, вот как вы это себе представляете, если это вообще можно представить? Ну, если сначала начать, нет у Трампа сейчас никакого плана. Трамп поставил задачу Венсу сейчас создать там со следующей недели рабочую группу по наработке этого плана. И эту рабочую группу должны входить наши, в том числе, дипломаты, военные, на которые будут предлагать те механизмы, которые для нас приемлемы и технически выполнимы. Не будет в этом плане однозначно механизма заморозки боевых действий. Он просто невозможен. Есть вещи возможные, есть вещи невозможные. 8 лет мы стояли, воевали с россиянами с 2014-2015 года до 2022 года, 400 километров границы. Пытались развести войска, не получается это сделать. Помните, Золотое, там на несколько километров те оттуда отходят, эти отсюда отходят. Невозможно. Это невозможно было развести 30-тысячные армии. Тогда 1030 с нашей стороны было, 1030 с российской стороны по Донбассу, 400 километров фронта. Сейчас
Две полумиллионные армии стоят на ширине фронта в 1500 километров. Горячего фронта 1000 километров. Технически невозможное выполнение задач. Поэтому непонятно, кто это предлагает. Скорее всего, люди очень далекие от ведения боевых действий, вообще от решения такого рода ситуации. То есть это похоже больше на ИПСО российское, скорее всего, для того, чтобы попытаться продавить некоторую свое видение развития событий или, может быть, сразу на старте угробить саму идею выполнения такого рода задач. Это раз. Второе. Отказ от вступления в НАТО технически Украиной технически невозможен по причине того, что вступление в НАТО прописано, во-первых, в нашей Конституции. Для того, чтобы нивелировать эти статьи Конституции о вступлении в НАТО, надо провести референдум, две сессии Верховной Рады, решение Конституционного суда. Это нереально в той обстановке, которая сейчас сложилась. Это займет до полугода. Ну, просто вещи есть нереальные. Поэтому и этот механизм, он просто из области фантастики, не более того. Потому я думаю, что все эти моменты, связанные с вбросами в информационное пространство пророссийских тем, они все-таки ИПСО. Это чисто ИПСО. Информационная психологическая спецоперация, не более того, тем более, повторюсь, еще тот же Венс, получив от Трампа задачу, он еще не сформировал даже рабочую группу. Да, будем надеяться, учитывая, что Зеленский одним из первых мировых лидеров поздравил Трампа с победой, выйдут они на связь, пообщаются. Кстати, вроде как уже был разговор, да, этот, понятно, наверное, детали пока не обсуждали, но работать нужно, и я так помню, как нам очень многие навязывали, зачем вы вообще с Трампом общаетесь, не надо с ним иметь дело, зачем вы позоритесь. Ну вот, Трамп стал президентом, теперь приходится разбираться. Спасибо большое. Роман Светан был в эфире «Украина сегодня», военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины в отставке. Огромное вам спасибо, до свидания.